Шымкенте прошел чемпионат по воркауту. Совместить две темы – экологию и здоровый образ жизни – решили в мероприятии «Эко-ЗОЖ». Организаторы – легионеры команды «13-й легион» уверены, эти две темы сегодня актуальны как никогда. Сегодня достаточно грандиозное событие этого месяца в мире воркаута. Сегодня мы проводим мероприятие под названием «Эко-ЗОЖ» и затронем тему экологии, сохранения экологии, популяризация массового вида спорта и здорового образа жизни. Направляем молодежь на правильный путь. В соревновании приняли участие 20 команд. В каждой из них два парня и одна девушка. Всем участникам досталось по одной спортивной дисциплине. Это подтягивание на турнике, отжимания на брусьях и удержание стульчика. С первого взгляда эти упражнения кажутся легкими. На самом же деле они забирают массу сил. К слову, именно на таких силовых упражнениях и основывается воркаут. Спортивное состязание собрало на одной площадке самых разных спортсменов – кроссфитеров, воркаутеров, легкоатлетов. Команда «Гладиаторы» – это сборная из двух воркаутеров и девушки, которая занимается стендовой стрельбой. Ребята – частые гости различных соревнований, поэтому им не стоило труда собрать команду. «Гладиаторы» рассчитывают только на победу. Мы на всех соревнованиях участвуем. Как узнали, что командная, сразу собрали команду из друзей. Были первыми, было немного волнительно, но думаю, мы справились. Думаю, что выиграем. Надеемся. В нашей категории. Пока подводились итоги состязаний, ребята решили организовать зажигательный флешмоб, к которому присоединились не только участники соревнований, но и просто обычные прохожие. Развлечь публику решили и танцоры города. Зрелищнее всего оказался нижний брейк. Победителем чемпионата до 18 лет стала команда Swear. В категории плюс 18 первое место завоевали ребята из команды Fresh Fit. Победители соревнования получили по 60 тысяч тенге, а за лучший результат в каждой дисциплине участникам вручили еще по 5 тысяч тенге.